8 минут. 8 минут даже не буду тормозить, останавливать. Давай пошли чай попьем. Ладно. Друзья, всем привет. Ко мне в гости приехал мой друг из Оренбурга. Его зовут Денис. Он проходил у меня обучение в 2020 году, да? В 2021 году. Короче, два года назад, да? То есть вот он два года назад начал заниматься ремонтами, вот. И, собственно, Дэн, в двух словах о своих результатах, как у тебя вообще началось, как проходило, вот прям очень коротко, потому что основной твой отзыв уже там, на сайте есть, записан. Да. Всем здорово, еще раз. Занимаюсь, да, я с ремонтами, получается, с 21 года. Вот, всей моей, наверное, всем моим итогом моих работ, это стала покупка однокомнатной квартиры в городе Оренбурге. За сколько у тебя получилось ее купить? Ну вот в течение какого периода? Там полтора года, да? Там, год получается. Да? Год, да. Начал я в декабре, в сентябре, то есть я дал последнюю сумму за эту квартиру. В принципе, как получилось то, что я еще работаю на основной работе, я не тратил всю сумму, которую зарабатывал, полностью ее откладывал. Вот, и в один прекрасный момент зашел в Авито, увидел хату, договорился, то, что 1,5 миллиона сейчас, миллион потом. В принципе, люди пошли на уступки, написали договор, ну и все. Ну, то есть, грубо говоря, там, заработал там около 2,5, да, там, с копейкой. 2,5 миллиона у меня прям вышло чистыми. Это вот мой заработок был. То есть, это проценты за передачу. Вот. И сам заработок, который я приносил у меня, ну, сам ремонт. Ну, ты вел объекты. Сколько ты объектов параллель вел в основном? Как вот было? Максимум у меня было 6, а так 4-3. То есть это вот в январе у меня был концерт. Ну, с хорошей маржой, да, получается? Да, то есть у меня были и трешки, где маржа была 300, плюс еще тысяч, наверное, 40. Я сверху накидывал там, что-то там, дополнительные какие-то работы были в процессе, то есть вот так. Вот, однушки, то я брал 150-170 тысяч, то есть квартиры, ну и двушки, я там около там... Ну, заказчики довольны в основном, как у тебя? Да, то есть заказчики рабочие. Довольны, рабочие, я брал средние ценники, да? Да, по Оренбургу, то есть я не давал меньше, не давал больше, то есть обговаривали сразу там с ребятами, и все, как бы, то есть также делили на три этапа, как вот. Ну, нормально, вообще, да, то есть да, как бы с ними. Они шли на встречу. То есть аванс они никакого не просили, но в принципе. Тоже детали, мелочи, когда. В целом, сотрудничеством со мной доволен, недоволен, как у тебя вообще? Вот ты квартиру купил, там, Саша Гутарев, Александр купил тоже. Ну, если был. Вот, Рустем занимается. Вот. Если был бы недоволен, я бы, наверное, сюда не приехал. Ну, я думаю, да. Давай. Ну все. Короче. Отлично. Вот такой получился у нас коротенький отзыв, а то у нас все там по 20, по 30 минут, с кем-то по часу, вот. Ну, вот история, да, то есть смотрите, найдете на YouTube-канале его отзыв, в деталях там, в целом, я думаю, что посмотрите, все пересмотрите, будут ответы. Там начало на самое, вопросы. Да, мы, получается, созванивались, я только начал. Ну, там быстро мы. Да. Быстро ты этот самый начал быстро. Стартанули быстро и прям так все-все-все. И вот как раз записывали уже. Все, всем до свидания. Учитесь, всем пока. Дерзайте, все впереди. Вся жизнь. Пока, друзья.